Ковалева, 8 лет, город Ставрополь. Андрей Дементий, баллада о матери. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усов не пришло. Раз село прислали по весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разлилась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг. И пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншей в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась. Вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Дома ей все чудилось кино. Все ждала. Вот-вот сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.